Здравствуйте! В нашем автосалоне в продаже появился Peugeot 308 в кузове хэтчбэк и в комплектации Sportium. Это машина 2010 года выпуска. Мотор у нее бензиновый 1.6 и мощностью 120 лошадиных сил. Здесь передний привод и автоматическая коробка передач. Пробег в данный момент 57 тысяч километров. Сборка у машины российская, ПТС-ка здесь оригинальная и за все время был только один хозяин. Есть зимняя резина, у нас сейчас стоит, сигнализация здесь штатная и стоимость этого автомобиля 430 тысяч рублей. Объявление о продаже этой машины вы найдете на сайте vam1.ru. Также находите нас в Instagram и подписывайтесь на наш канал Первый Видео Авторынок. Спасибо за внимание и всем пока!